И снова, кстати, Шелунов с партнерами. Не долетает шайба до Бочарова. Он что, Ефремов всех объехать решил? Мяч встретил его силовым приемом. Шелунов так с удовольствием двинул динамовскому нападающему, у которого был отменный момент. Плюс защитники, естественно, тоже вынуждены за этим присматривать. И трафик постоянно сумасшедший просто перед Бочаровым. В этой паузе Хиетанин и Телегин очень так дружелюбно пообщались. Разъехались по разным лапкам. Вбрасывание в средней зоне. 3 минуты 8 секунд позади в третьем периоде этого матча. Игнатушкин против Григоренко на точке. Игнатушкин выигрывает это вбрасывание в одну калитку.